touch ground, then you dropped out, so you got a lot to learn. But I say pick it back up, throw it on now, make it stack up, cause tonight we're gonna burn it down. If I knew then what I should have known all along. Up and down, jump off the deep end. Just let go, let's let go. From the top down to the down low, down low. Let's go! I say if you don't know, then you go slow. Or you don't go, don't be a no-show. Just let go, let's let go. From the top down to the down low, down low. Let's go! Приветствую вас от себя, Юрия Розанова, и от Василия Соловьева, который рядом со мной. Игра началась. Жесткая борьба за мяч продолжается. Не надо останавливаться, надо атаку продолжать, потому что судейский свисток молчит. Мог бы свистнуть, испортил бы атаку. Сказал, думаю, надо бить и забивать. Позицию прочитал, передачу совершил, перехват.
размялся просто голкипер в этой ситуации. Как бы так не вышло, что хороший отбор вообще в минус команде пошел. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам. Вот ворот. Будет подаваться угловой. Бьет оборот головой по воротам. Мяч отобран у игрока, но еще, как говорится, не присвоенный другой команде. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Вовремя. Позицию занял, успел к мячу и выбил его. Ну, право слово защита от слова щит. Вот что мы любим. Отбил его, но куда? Это еще хорошо, что не случился обрез. Чувствует на подступах в чужой стороне. Ну и здесь надо сказать, конечно, спасибо игроку обороны. Разрядил по полной программе. Попадаешь в перекладину, все время так кажется. Пожалуй, абсолютно правильно решил. Сильно за боковую линию. И не угловой, и не удар. Вроде бы ничего опасного. Передача не прошла, есть время отдышаться. Можно получить контратаку.
отлично. Шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара поворота. Ёрничая над ведущими новостей, скажем так, в первом тайме счет не изменился. До сих пор команды как будто присматриваются друг к другу. Легкая разведка своеобразная, на которую ушла половина стресса. А мы уходим на перерыв с каким-то двояким. Смотрели футбол. Не то чтобы ничего не увидели, но как-то не зарядились. Возобновилась игра после перерыва. Такие не берутся. Нет. Этот мяч стоит того, чтобы увидеть его еще раз. И еще, и еще. Волшебный момент, когда футбол превращается в хэтбол. Ну, хоть на секунду. За этот мяч. Спокойно, уверенно, плотно и буквально вынужден был соперник вот допустить эту техническую помаду. Идет второй тайм, и надо отбиваться, в том числе и с помощью новых ошибется ли соперник. Передача ровно так. Я скажу, повезло защитнику, что мяч в аут ушел. Есть время остальным отойти назад. Прямо у углового флажка находится та точка, с которой будет аут произведен. И по левому флангу смотрите рывок, какой совершает партнер.
Играйте, играйте, показывает судья. Разрешаю. Здорово. Выбрал позицию, прочитал. Передачу совершил, перехват. Давайте посмотрим, что выйдет из этого перехвата. Очень внешне легко проходит дальше. Вполне заслуженная желтая карточка. А что еще можно было здесь ожидать? Было положение вне игры, но, во всяком случае, арбитр его зафиксировал. С этим шансом и перевернуть все с ног на голову покажет только игра. Идет второй тайм, и надо отбиваться, в том числе и с помощью новых игроков. Вот как раз тот самый вариант, когда называется «не испортить». Да, атака идет, и пусть она себе развивается. Мало ли, что было нарушение. Хороший судья, надо запомнить. Было опасно. Или вернее сказать, точнее сказать, напряженно. Каждый атака никого не получается. Думаю, надо бить и забивать. Бей! Удар и гол. Поединке, я думаю, что тренер команды соперников должен сделать какие-то выводы, оставляют без присмотра раз за разом. Мало того, что сам герой, еще и дают бить поворот. Время отдышаться. На чужой половине поля прессинг, отобран мяч. Партнер по команде получает мяч, и что же будет делать? По птичкам бьем, да? Судья на линии показывает на угол поля. Статистика ударов. Думаю, надо бить и забивать. Опасный момент. Рикошет от защитника, гол! Бросили играть откровенно, их больше не интересует счет. Ну что ж, он подрос еще на один гол. Да, разрыв поражает. Вот она продолжается, демонстрация очевидного превосходства. Да, они гораздо сильнее и завершают замечательное выступление команды потрясающим голом. Заиграли в конце концов, спохватились, но похоже поезд уже уехал. Борьбу вовремя мяч забрал. И последнего матча слово берет судья. Не секрет, что футбол смотрят люди
театралы, литераторы. Им очень не нравится вот это выражение «возить соперника». Они находят его нелитературным. Но согласись, что сегодня именно это и происходило. Пусть попробуют напишут книгу о футболе в других выражениях. Мы почитаем. Ну что ж, будем прощаться. Я напомню, что игру эту смотрел с вами комментатор Юрий Розанов. Всего хорошего. Welcome to EA Sports FIFA 14, where we've introduced a brand new way of playing your career as a manager, thanks to the Global Transfer Network. Now you can manage a staff of scouts. Got no muscle, no hustle, no backbone. I stand alone, not tripping. Just saying, I'm different. Ain't hanging on to the coattails of the next man. Passport in my left hand. Thinking that you are next. Heck, oh, you ain't holding your
play around, trust me. Ain't had as much drive since my Honda Civic got rusty. And my girl said she loved me. It's funny, just thinking back. Study hard for that 9 to 5. Like I thought it actually be good, but that it was dreaming. Still dreaming. It's followed on me like Willie Beam. Still performing like Cappuccino. Instagram and tuxedos with my peoples. We growing up, still don't seem like we slowing up. 10 squad, we throwing up. Every time we showing up. Get it while I'm living. All I ever hear is the clock tick, tick, tick. So I'm got my business and I'm running, I'm running, I'm running with it now. They don't wanna give it up, we gon' make it out. Got to get it while I'm living. All I ever hear is the clock tick. Радоваться забитым голам и посмеиваться над промахами беззлобно. Будут с вами Юрий Розанов и Василий Соловьев. Свисток, а вот уже еще один. Нарушение правил. Мяч перехвачен в самой боковой линии. Думаю, надо бить и забивать. Защитник спокоен, он занимается своим делом. Удар по воротам. Голкипер спасает свою команду. И будет команда подавать угловой. Составляющая футбольного матча. Ах, как хорошо они атакуют. Опасно! Давайте мы пожалеем игрока, потому что ему пришлось несколькими делами заниматься. И по мячу пытаться попасть, и просто остаться вот в горизонтальном положении. Схватиться-то не за что. Думаю, надо бить и забивать. Нельзя это промазать. Не удалось до удара атаку довести, защита не дремала. Встречается этот удар, довольно больно, между прочим, попасть-то мячом, а футбольно. Недовольны. И мяч потерян. Перехват в середине поля. Можно ли такое не забить? Вот это игра форварда. И голкипер играет на выходе. Ну, потрудиться пришлось. Но в концовке по-хозяйски уже он мяч фиксирует. Все похоже. Сейчас посмотрим на вердикт судьи. Как он расценит? Административное нарушение или уголовное? Неудачный прострел и мяч уже у соперника.
мимо ворот. Если пробьет отсюда, может быть очень опасно. И красиво. Безусловно, удачное действие защитника, потому что мяч в ауте и будет бросать его команда. Ну, здесь и тот, кто выполняет подкат, не прав. Подкат, не будучи уверенным, идти нельзя. Здорово, кипер действует. Единственный шанс для атаки — это вместе с вратарем мяч в ворота внести. Стандартное положение, стандартная процедура — угловой удар. Защитник показал завидную скорость, мяч вынес. Абсолютно законный свисток арбитра, потому что была игра рукой. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам. Почему именно этого игрока считают главной звездой? Да потому что именно он в одиночку может перевернуть всю игру с ног на голову.